Всем привет, с вами я, Оптимист. Давно уже от меня не выходило новых видео, а все потому, что я лежал в больнице. Давайте начну издалека. Как я туда попал? Проходил я медосмотр в школе, и мне сказали, что у меня что-то не так со здоровьем, и сказали ехать в больницу, которая находится почти за городом. Я приехал, меня там осмотрели, я сдал анализы, и мне сказали, что и вправду у меня небольшие проблемы, и мне надо ложиться в больницу, чтобы смотрели за моим здоровьем, чтобы я каждый день сдавал анализы и пил различные таблетки. Лёг я в больницу 14 апреля, в тот же день, когда выложил видео про зомби на Урбане. Я думал, на выходных набью кучу опыта в клан, потому что система клана Фу с уникальным защитком снова функционирует. Отмечу Пасху и пойду на ночевку к другу. Но тут бас, меня положили в больницу, и теперь мне очень мало можно есть сладкого и жареного. И я с 14 до 21 апреля лежал в больнице, а с 21 до 23 апреля я был дома. Меня отпустили на выходные домой. У меня на канале уже 3150 с плюсом подписчиков. Я очень рад, что мой канал перевалил планку в 3000 подписчиков. Огромное вам спасибо. Также я сменил свой ник в игре. По бокам раньше было по две черточки. А теперь просто Оптимист. В моем нике теперь две английские буквы. Это О и С. Также разбаним систему клана Фу. И скоро мы наберем уже 3 миллиона опыта. 24 апреля я опять поехал в больницу. На неделю точно. Не знаю, когда я смогу выкладывать для вас видеоролики. И не знаю, когда меня выпишут. Также в честь 3000 подписчиков будет конкурс на 1500 контрабаксов. Эти КБ, думаю, никому не помешают, а наоборот, чем-то вам помогут. Чтобы принять участие в конкурсе, надо будет выполнить парочку легких условий. Но про конкурс будет в следующем видеоролике, который выйдет неизвестно когда. Извиняюсь за лишние звуки, за плохое качество микрофона, потому что я в больнице с ноутбуком. А, и также извиняюсь, что у меня не крякнутый бандикам, потому что не смог его крякнуть. Ну, все, что я хотел вам донести, я донес, и все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Ну, а с вами был я, Оптимист. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте большой палец вверх данному ролику. Всем удачи, всем пока.